растворюсь, 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 растворюсь. Доброе утро, ребят. Сегодня суббота, новый влог. Сегодня будет очень интересный день, я думаю, потому что он будет очень насыщенный. Ко мне приезжает моя подруга. Мы будем вместе отдыхать культурно. У нас культурная программа запланирована. Плюс сейчас у меня кое-какие дела. Нужно поехать в одно место, их решить. Вот, ну, я думаю, это будет все интересно, поэтому оставайтесь со мной. Приятного просмотра. Начну еще вообще с того, что сегодня суббота, я должна была быть на парах, но так получилось, что я на них не пошла. Вы спросите, почему? Как бы, ну, пары надо же ходить. К сожалению, я вчера очень сильно упала, очень сильно ударилась, и поэтому я решила никуда не идти. Это дало о себе знать, и сегодня я решила, ну, листех, давай до свидания. Вот, потому что я на завтра себе нужна живой. У меня очень сильно болит копчик, к сожалению, и вот этот вот затылок тоже ударилось очень сильно, поэтому гололед. Выбирайте лучшую обувь, которая будет очень хорошая. Не выбирайте скользкую, какая бы она красивая ни была. Вот. Ну, сейчас мне нужно уже собираться, мне нужно, к сожалению, ехать в одно место. Я думаю заказать себе такси, потому что я не хочу идти по льду. Я опять не хочу лед, не хочу видеть лед сегодня в своей жизни. Хочу максимально сегодня себя сберечь. Ну что, я накрасилась, оделась, все, уже можно выходить из дома, можно выезжать. Я с собой беру только документы, студенческие и наушники. Больше мне ничего не нужно, в принципе. И все, можно выезжать. У нас, кстати, солнышко на улице светит уже, наверное, второй день подряд. Пока дождешься, лифт. Офигеешь. Смирительной рубашки в бабочке. Кричал так, что в квартире взорвались лампочки. Буги-буги, диско, модерн, бес и вальс. На кровати рок-н-ролл на столе. Танец дракона, хороводы, хороводы вокруг моей пьяной. Итак, добрый всем вечер. Включение из вечера этого дня. Сейчас где-то, наверное, 6:30, если не больше, я не знаю даже точно. Ко мне едет моя подруга. Она где-то уже должна быть на подъезде к городу. Я здесь кое-что готовлю. Я, к сожалению, после торгового центра даже не включалась, потому что сначала прилегла отдохнуть, потом тут посуда, то еще что-то, тыры-пыры. Ну, короче, дело не в проворот, как всегда. Здесь у меня готовятся очень вкусные макароны. Надеюсь, что они будут вкусные. Там варятся яички на салат. Вот. У меня почему-то сбились часы. Скорее всего, если верить чату нашего дома, у нас отключали почему-то электричество. Ну да ладно. И сейчас мне нужно еще разобрать сушилку. Первое блюдо готово. Я немножечко даже убралась в квартире, оставляем его в сковородке здесь. И сейчас буду готовить салат, наконец-то. В общем, я все приготовила, все у меня готово. Я иду встречать подругу, вот, беру с собой перчаточки, потому что у нас ужасный снег идет. Вот, поэтому я бегу ее встречать, несмотря на мою больную спину. Ну а что сделаешь? Она подруга, куда я ее дену? Он и вокруг ее пьяный персонный. Танец живота над сам фаянсом. Мама просила доучиться, не влюбляться. Я за рулем, она рядом в отключке. Здравствуйте. Иди тариф со мной в машине прогресса. Малышка, врунишка, липовый паспорт. Любит надраться и хочет догнаться. Еду по встречной, я. Ее губы прямо напротив, она. Диван раскладывается. И здесь, типа, ну, в принципе, один человек поместится спокойно спать. Дверь, в которую ты стучал, дом, в который не можешь войти. Кто судьбой своей называл? Стал как зверь, что сидит заперти. Он как зверь, что сидит заперти. Те цветы, что пути собирал, ты пустил по течению реки, в отражении увидев оскал. Дверь, в которую ты стучал, дом, в который не можешь войти. Кто судьбой своей называл? Стал как зверь, что сидит заперти. Он как зверь, что сидит заперти. Те цветы, что пути собирал, ты пустил по течению реки, в отражении увидев оскал. Мне уже незачем промо. Я дома уже давно. Окутана комната дымом. Я словно на слоумо. Время проносится мимо. Да пошло оно, его полно. Солнце на землю свалилось. Стало темно.
Мы оделись, такие красивые, ждем такси, едем в театр. И лифт тоже ждем. Город ночной меня манит. Мой город ночами меняет сознание. Девочка дома скучает, до свидания. Телефон отключаю, я занят. Сегодня, завтра точно. Не звони, не пиши, я появлюсь позже. Зеленая карета патрулирует центр. Дым по ветру, выслеживаю жертву. С виду она не обидит и мухи, но медленно тянет тебя на дно. Иногда так нелегко, трудно поверить, но я говорю про любовь. Люди меняются, напоминают, как цвет свой меняет хамелеон. Как забывается сон, так я забуду обиды и все, что поломано. Звезды спустились и сели на потолок. Я впервые дышу к тебе ровно. После меня ты стремаешься рэперов и не делаешь музыку громко. 9-1-1 я для тебя, но ты не станешь меня набирать. Помню, сказала ты мне уходи. Я так же любил тебя, гадина. Дверь, в которую ты стучал, дом, в который не можешь войти. Кто судьбой своей называл, стал как зверь, что сидит заперти. Он как зверь, что сидит заперти. Те цветы, что пути собирал, ты пустил по течению реки. По отражению, увидев оскал. На экране в углу самолетик. Часа два я провел на охоте. И вот я тащу в логово добычу. Каждый раз по-новому. Древние обычаи. Их было так много. Многих из них я знакомил между собой. Но я больше не верю тёлкам. Хотя все еще верю в любовь. Она есть, она где-то рядом. И я почему-то уверен, что еще ее встречу. Я здесь, именно там, где надо. Я вылезаю на поиски каждый вечер. А пока за окном светает. Ладно, пока я тебе такси вызываю. Сука, дверью хлопает громко. Дорога от порога до бомба.